Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Ну, Путін не намекає, Путін умоляє о переговорах вже давно. Да, потому что он понимает, куда все это идет. Но пытается сохранить лицо. И, к сожалению, находятся западные политики, которые, так сказать, тоже думают, что ему надо сохранить лицо и начать переговоры с какой-то позиции, которую, так сказать, Путин не может отдать. Ну, например, Крым. Да, вот это самый большой тупик, потому что с этой позиции ничего не может сделать, по большому счету, Украина. Да, они не могут оставить Крым, например, за этим самым, за Путиным, за Россией. Поэтому у них нет общего знаменателя, как мне кажется, сейчас для переговоров. А вот если бы у Путина хватило ума, что называется, сдаться на милость Запада и, уйти, вот, причем уйти, уехав из России, исчезнув из России, да, под гарантией и так далее, то я думаю, что он мог бы жить, и семья его могли бы жить. Я почти уверен, что Запад и Украина пошли бы на то, чтобы, дать Путину уйти и с кем-то другим начать переговоры. Потому что личный фактор очень, очень значителен. В конце концов, Крым брал Путин, да? Скажем, назовем это словом «брал», но это слово «крал» будет более правильно. Вот, и, только Путин теряет все, если теряет Крым, и ему это как будто бы себе непозволительно сделать. Но любой другой может Крым отдать совершенно спокойно, и ничего не будет. Никто другой не может претендовать на то, что он сядет на какое-то время очень длинное. Но при этом, при всем, скидки, что называется, скидки тем людям, которые это остановят и приведут все к нормальной ситуации, по судебным приговорам, без сомнения, будут в связи там соответствующим раскаянием, признанием вины и даже действиями, направленными на прекращение войны, сохранение жизни людей. Вот. А Путина в этой ситуации, я бы, если он готов уйти, я бы и охранял, и на месте Запада, и оберегал, и кормил, и поил, и дал бы ему кучу земли и всех возможных развлечений до конца дней его. Вот, и я в этом смысле не живодер. Я не считаю, что обязательно надо отомстить Путину. Я считаю, что обязательно надо прекратить убийство людей в Украине. Вот это надо сделать обязательно и как можно быстрее. Вот. И жизнь Путина там, или его срок, ну, ни в какое сравнение не пойдут даже с жизнью одного маленького ребенка. А он там их убил уже больше 500, если вы помните. Вот. Ну, так что это реально. Ответя на ваш вопрос, я считаю, что для него это единственный нормальный выход. Он мешает сейчас всем нормально жить. Свои пока, я продолжаю настаивать, не готовы, потому что они на нем наживаются, и их все устраивает, есть некий баланс. Вот. Снаружи по каким-то причинам его ликвидировать не готовы. Это не мой вопрос, что называется. Это вопрос к тем странам, которые себе могут это позволить. Вот. Но оставлять ситуацию как есть просто совершенно невозможно дальше. Поэтому Путин, да, он должен исчезнуть. Убийца и людоед здесь один, это понятно, это Путин, и ясно, так сказать, куда все идет. Но нам очень важно понять, что было решающим, да, потому что ты прав в том, что весь 21 год они таскали войска, значит, дважды их передислоцировали, границы, потом вроде так отводили, потом снова заводили. Если уж что-то делают, то точно обязательно, значит, доведут до конца. Это манера у них такая. Они должны совершить весь ужас, на который способны. Вот так устроена эта власть. Может быть, сейчас задним умом многие это понимают, но мы это, в общем, видели не раз, так сказать. Все, чего затевалось власть, оно доводилось до конца. Самое худшее, что могло быть. Ну, война хуже этого придумать уже вообще ничего нельзя. Но остановиться эти люди не могут. Вот я о чем. То есть, даже ужаснуться тому, что, ну, что-то накосячили, давайте отыграем, давайте что-то. Мы этого не видим. То есть, вот с одной стороны, они войну проигрывают, и мы видим это по их реакциям. Давайте переговоры, мы там стремимся, учитывая те, что 4 области стали территорией Российской Федерации. Мирный план должен это включать и так далее. А с другой стороны, ну, если вы такие долбоебы, ну, а почему бы вам не остановиться и не самим, так сказать, начать какое-то движение обратно, потому что, ну как,
зачем множить ужасы, которые вы и без того принесли на украинскую землю. Но остановки это и нет. И сил, вот мы весь год с тобой обсуждали, и сил серьезно, которые могли бы вот внушить, что-то такое сделать. Ну, за этот год, давай уже подводить итог, мы тоже не обнаружили. А кто эти силы? Внутри, я имею в виду власти. Мы их не увидели, кто бы могли бы это все остановить и сказать, ну, хватит. Хватит, ты уже заигрался, Володенька, ты уже совсем уже... Вот, давай-ка мы вот что-то такое. То есть, оказывается, аппарат, он... Ну, как бы производная от самого Путина. Да, там могут витать любые настроения, им, может, все не нравится, мы с тобой это обсуждаем. Но делать они ничего не хотят. Мостик не перекидывается от желания к действию. Делать, а не делая, а как ты это не делай, само собой, не прекратится это все. Нужно что-то сделать. А вот таких способных что-то сделать, слушай, в Политбюро такие были. Хоть при Хрущеве, хоть при Брежневе, разные были события. А тут вот на тебе выяснилось, что и некому внутри власти такого элемента, такой силы нет. Вот опровергни или подтверди мои соображения. Но если мы говорим о внешних признаках, то, конечно, сейчас нет никакой группировки, политической силы или хотя бы тусовки, которая бы была готова к смене власти в России. То, что Россия не избавится от войны и не будет мирной страной при Путине, пока Путин в Кремле, угроза мировой войны, ядерной войны, любой другой войны будет сохраняться и даже нарастать. Такой силы, которая бы публично сейчас взяла бы и свергла бы Путина, пока мы не видим. И тут есть две точки зрения. Я очень хотел бы с тобой их обсудить, эти две точки зрения, потому что они диаметрально противоположны. Есть точка зрения, о которой, например, говорит лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов. Это наш хороший товарищ, наш единомышленник, союзник и так далее. И он говорит это публично в эфирах, что никогда, ребята, забудьте, никакого раскола элит нет, и даже близко. Никогда не было такой консолидации вот этого аппарата вокруг вождя, как она есть сегодня. Это он говорит, и мне сложно ему не верить, тем более он находится в России. И точка он, зрения. Естественно, информированный, уважаемый человек, у него есть свой инсайт и так далее и тому подобное. С другой стороны, за год нахождения в Европе, последний год, я только кого-то не встретил. И крупных капиталистов, и олигархов, и административных... должностных лиц и так далее. Они в один голос утверждают, что Путин самый ненавидимый среди них человек, который лишил их всего и угрожает их будущему, угрожает их семьям, да им самим, своей жизни, своей, их жизни и свободе. Я вот, честно говоря, нахожусь в раскорях, уж извините за непарламентское выражение, между этих двух точек зрения. И для меня очень важно понимать, а какая все-таки точка зрения, какая ситуация близка и ближе к реальности. Потому что от этого зависит дальнейший план действий не только всей российской оппозиции, это ладно, а вообще всего Запада. Потому что война, вот эта война, только первая ее фаза войны – это освобождение территории Украины и военные победы на фронте. Это первая фаза войны. Если Путин остается в Кремле, весь этот мир, который будет достигнут и подписан, это будет перемирие. Мы прекрасно понимаем, что Путин не уважает ни одну свою подпись на международном соглашении договора. Мы это видели неоднократно. Тогда возникает вопрос, а как же его смещать? Отстранять, свергать, не знаю, там любые дальше идут там способы, методы и так далее. Ведь кто-то это должен сделать. На самом деле это очень важно. Если не будет сил внутри страны, которые осуществят внутриэлитный переворот, о котором говорят многие те, кого, например, случайно десятки людей я пробеседовал, с десятками людей повстречался. А второй этап войны – это свержение Путина. Я так безусловно, говорю, конечно. Избавление от Путина. Отравление от власти, отправление на необитаемый остров. Там могут быть тысячи вариантов, я вовсе не кровожадный, но тем не менее, отстранение Путина от власти, вот скажем так, общий термин, он может быть разными способами. Кто его будет отстранять? Народ? Элита? Запад это не сможет сделать. Навального из тюрьмы не выпустят, пока Путин в Кремле. Мы находимся за рубежом вне доступа, как говорится, к Путину, к телу. Вопрос, кто? На что мы должны работать? Какой мы должны сейчас формировать план вместе с Украиной, вместе
с вот этой западной коалицией, чтобы Путин исчез из истории, из нашей жизни, из Кремля и так далее. Вот это ключевой сейчас вопрос второго этапа войны. Правильно Байден сказал в первые же дни войны, что Путина нельзя оставлять у власти. Я двумя руками голосую за тезис Байдена. Он абсолютно прав, потому что иначе все будет еще хуже. Вопрос мирового переустройства, гарантии международной безопасности, создание механизмов предотвращения новых войн, ядерного вооружения, реформы там ООН и Совета Безопасности очевидны. Вообще нужен Тегеран-43 там, в следующем году, в наступающем году, который, несомненно, принесет нам успехи вооруженных сил Украины. На мой взгляд, война закончится в 2023 году, победы украинских вооруженных сил, украинского народа. Но дальше наступает сложнейший, тяжелейший, опаснейший период вот этой второй этап войны. Не прогнозы, а это то, что уже случилось. Всадники апокалипсиса уже в пути. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.